Так что находиться в контакте с собой означает не напрягаться по поводу того, что твое мнение как бы кто-то не воспринимает. Находиться в контакте с собой означает хранить в себе вот это зернышко вдохновения, когда ты делаешь именно то, что, во что ты действительно веришь. То есть вот человек должен хранить в себе это зернышко, не предавать самого себя. Находиться в контакте с собой – это значит говорить с другими не о других, а о себе. То есть как я воспринимаю ситуацию, не оценивать то, как люди это, ну, как сказать, не оценивать людей, а свои действия по отношению к людям.